О, ви реально на мене перевели? Доброго ранку ще раз тим, хто до нас доєднався. Ми повертаємося до нашої бадьорої студії. У нас сьогодні репер разом в студії. Привіт, чувак! Всім привіт! Привіт, привіт! Привіт! Ну, как по-рэперски здоровается. Да, вот так, давай. Да. Честно, я вот так рэперы там по-разному. Это так, по-разному. Смотря какая компания рэперов. Слухай, от, одразу так починаємо з репу. Взагалі, реп для тебе це що? І взагалі, коли він з'явився у твоєму житті? Реп для мене це... Ізначально це було взагалі начато так, що я займався хіп-хопом, танцями. Вот, лет в 13. И однажды к нам на тренировку пришла девочка. Эта история очень долгая. Да. Все ради кохання. И почему-то вот мы с ней познакомились. У меня была пробита нога, но я танцевал. Я только приехал, гвоздем пробил ногу, но я танцевал, потому что она мне понравилась. Надо было произвести впечатление. Ну и в итоге мы начали дружить, общаться, и мне захотелось ей писать стихи. Написал первый стих. И по телефону каждый раз ей там читал новые стихи. И однажды так получилось, она говорит, так на музыку, типа, попробуй что-то сделать. Ну и попробовал, и понеслась. И выстрелил. Да, и это уже пошло, как первую песню сделал. У нас маленький город в Луганской области, Красный Луч был. И начало так по чуть-чуть расходиться. Ну, многие начали там узнавать песню, тем более там... Ну, как бы в одном городе, все маленький город, если ты что-то сделал необычное, то там уже все об этом знают. Вот. Ну, и так оно уже стало потихоньку смыслом жизни, скажем так. Так, перший трек був записаний у 16. Нет, это где-то было... Я в 13 с ней, в 14 где-то познакомился, честно, точно так. Уже не помню. А где-то в 15-14 я и записал первую песню. Слухай, у такому юному віці. Мікрофон з наушником, вот так вот. Ти що? Ну, слухай, як можливо натхнення от правильно упіймати цю хвилю? Ну, слухай. Знаєш, нас, мені кажеться, що на все вдохновляють дівчатки і мужчин. Якщо, ну, взагалі в любой діяльності, якщо ти навіть там, в якій би ти сфері не був, це жінки нас на це двигають. Не, ну, жінки роблять погоду, я тобі скажу так. Гроші заробляти дуже надихають. От приходиш додому, а вона зі пательною стоїть. Каже, ну, плохо, де зарплата? Коли вона стоїть з пательною, і каже, де зарплата, щоб вона теж щось робила. А у Каті воно так, знаєш, починаємо ефір, там пательною стоїть, ще щось. Ну, коротше... Ні, ну, вона ж в творчості теж. Ну, вона тут взагалі королева. Та я скоро з пательною тут сидіти буду, у мене тут буде схована за кріслом, розумієш? Зрозумів, так, як у нас тут, коротше, розмов. Я буду тебе надихати. Я зараз подушкою кину, якщо що. Чи й погрожує, бачиш? Мені драми. Я знаю, що в прес-релізі тут у тебе написано, можна поговорити з тобою про відносини, про любов. Я знаю, це актуальна для тебе тема. Так, ну давай почнемо взагалі, як воно сформувалося в тебе, що для тебе любов? Ну, во-первых, скажу, я от армянин, у нас вообще, я это недавно понял, у нас у армян есть такое выражение, когда говорят о любви к ребенку, у нас выражается так, что пойду полюблю ребенка, не пойду поиграю с ним или не пойду... Слухай, Говорят, пойду... полюблю ребенка. Это значит пойти и сделать какое-то действие, провести время, полюбить, да, поиграть с ним, подарить ребенку время. И для меня, после того, как я это осознал, любовь — это действие, это не чувство. Так. Потому что чувство... щось давати, щось робити для людини важливо. Да, когда ты делаешь, тогда ты уже проявляешь любовь. Любовь нужно проявлять, не чувствовать. Вот это для меня как бы стало самым таким вот уже направляющим, что нужно проявлять. Так, ну давай тоді розкажи про свої дії, про найприголомливіші дії, що ти робив для дівчини. Ну, смотри, приголомливі, це як ти говориш, самих впечатлительних, це коли ти проявляєш заботу. Забота – это самое главное для девушек. Это не важно, в какой форме может быть. Потому что забота может быть, когда ты идешь с ней куда-то, открываешь ей дверь в машине или там как бы провожаешь ее, да, находишься все время рядом. Как и забота может быть, это то, что ты можешь ей помогать в ее делах, в работе. Да? Подарки – это только внимание. А забота – это уже совершенно другое. Это постоянное место, ну, провождение времени вместе и забота, чтобы ей было комфортно жить рядом с тобой. Вот, слухай, дуже цікава позиція. Ну да. Я к этому со временем пришел. Потому что были отношения, которые меня этому научили.
нужно. А то так буває, говорить, люблю, люблю, а тобі з цього що, що він любить? Дай просто на слова, от люблю і все, так? Многие говорят, и девушки говорят, люблю, и знаете, сегодня одно, завтра другое. Как бы, но говорить люблю, это уже как бы не модно. Правильно. Ну так, треба діяти, так. Да. В любых действиях говорить, что ты в чем-то крутой, говорить это круто. Да. А ну, знаєш, на словах ти лев товстий, а потім на діях виявляється, що ти просто ноль. От, друзі, так, не говоріть «люблю», а робіть «люблю». Можна і говорити «люблю», але просто не повинно супроводжуватися діями. Якщо ти не дієш, то все. Слухай, і ти робиш, і не тільки «люблю» робиш, ти робиш ще й концерти організовуєш, я знаю, так? От розкажи більш про це, ти організовуєш і сам, наскільки я знаю, виступаєш на них. Як це так виходить? Це така бізнес-тема. Розкажу вам історію, це все в Луганську було. В «Красному луче», когда я только начинал, у нас так получилось, что ну, уже были там определенного рода артисты. И когда организовались какие-то мероприятия, нас не особо брали, потому что мы малые и типа не хотят нас брать. Ну, мы думаем, что делать. Мы в ДК Ленина, там, где занимались брейком, еще был парнишка, который меня, Эдик, учил прям как писать правильно. Ну, потому что я писал мимо музыки, мимо бита вообще просто. Головне натхнення було. Да, просто писал и все. И получается, что он как бы и учил, и битбоксу, и хип-хопу, все он, этот парень, меня учил. Спасибо тебе большое, если увидишь это видео. И мы начали организовывать прямо в ДК, в каком-то маленьком кабинете, такой мини-мини-мини-концерт, и там приходило по 15, по 20 человек. И мы начали организовывать и сами как бы быть хедлайнерами, да, участвовать в этом. Ну и потихоньку у нас уже даже ДК начали выставлять на городские мероприятия и выступали. Оттуда уехал в Луганск, то же самое, все свои там, и никто новеньких не берет. Ну и начал, короче, приходить в клубы, работать MC для того, чтобы, когда ты MC и читаешь еще и рэп, приезжает какой-то артист, тебя могут поставить на разогрев. Да. И я с одним из организаторов познакомился, он был недалеко от «Красного луча» жил. Мы как-то с ним подружились, он начал организовывать мероприятия и меня ставить на разогрев. Да. И так получилось, что там и Макс, не, с Коржом не выступал, Многоточие, я не буду там многих рэперов перечислять, потому что много кто не знает, это андеграундный хип-хоп был тогда. Не, ну что, Многоточие мы же знаем. Ну, Многоточие, группа Вендетта, может, вы не знаете тоже, ну, это харьковская группа, не. Кто там, молодежь знает, кто это такие. Ага. Да, и так и пошли не только такие артисты, а уже и попсовые более пошли, я уже начал тогда и попсу делать, и андеграунд, разную музыку, чтобы с разными артистами везде выступать. А як це так, ти від андеграунда перейшов на попсу? Я не перейшов на попсу, я просто начал делать и такую музыку, более лирическую, чтобы можно было для більшої аудиторії, да, больше выступить. Потому что если ты в одном направлении, ну, в андеграунде, ну, так, да, ты уже все, ты, значит, ты в андеграунде. А так нужно быть коммуникабельным. Треба баланс, да, мати. Да, нужно баланс. Если ты танцуешь, то можно танцевать не один стиль, да, много, многофункционально. Так. Тогда ты можешь больше как бы опыта показать. И опыта набираешься, как бы, и растешь сам по себе. Много направлений. Так, а розкажи, будь ласка, працював з Максом Барських, з Олею Поляковою? Не працював, то же саме було. Я працював арт-директором «Остров Сокровищ» у нас є такий, найбільший аквапарк в Україні, вважається. І там відкрита площадка, open air, і привозили артистів. Я там працював MC спочатку, потім арт-директором. Ну и привозят, и ты такой, о, ну типа, что, поставлю себя выступить перед артистами. Увага-увага! И Полякова, и Монатик, ну и все, кто приезжали, я у них выступал. А чему, ты не мав права цього зробити правильно? Ну, кто хочет. Дуже круто. Не, я вважаю, це схема крута. Как мой классный руководитель говорил, кто ищет, тот всегда находит, поэтому я искал варианты. Стукайте, и вам открыли, так? Да, и все. Ты, когда выступал перед зірками, были у тебя пропозиции там для спільної співпраці? Мне с «Квартала», ну, я попросился, говорю, можно ли там куда-то дальше поехать с артистами выступить. И мне разрешили в Бердянск уехать с Кирилловки, в Бердянск, там тоже в аквапарке, выступить с «Мозгами». Класс. Я выступил у них на разогреве, потом, ну, они там были не против, плюс их танцоров, с Эдиком, с Русиком мы уже были знакомы. И после этого меня оставили там, приехали «Время и стекло» тоже выступать. Но организаторы там другие были, был не «Квартал», начали морозить нас. Ну и так получилось, что нам ребята звонят, мне и диджею, говорят, а вы где?
мы вас ждем, у нас там по времени мы выходим позже, мы рассчитываем, что вы будете нас как бы разогревать. Уже люди как бы понимали, что мы должны быть. Ну, организаторы мы сказали, что морозится, и Позитив там устроил, за что ему тоже большое спасибо. Мы приехали, он прям нас взял, к организаторам подвел, поругал их. Они сказали, что нет еще одного микрофона, он мне дал свой микрофон. Класс. Иди там, говорит, настроено, все, кайфуй. И я покайфовал. Ну и после этого в Киеве тоже до локдауна мы выступали на 10 тысяч, честно, город не помню. Тоже очень круто было. Диджей Маляр, Мозги и я. Вот ты далі плануєш з мозгами бенду працювати? Там, ну я ж з ними так не работаю, а как, какие-то фестивали, там музыка какая-то, там, если это подходит по концепции, то зовут. Мені не как на розогрів, а вже як віддільна артиста. Я вже, к примеру, где-то організатори знають, що у мене і треки є. Я взагалі випустив дві пісні за 3 роки. Це якось незвично мало для артиста. Так, да, раніше у мене був матеріал, там був альбом, ми по лірики їздили, і концерти були, і в тур їздили. Ну, я з братом їздив. Он слился чуть-чуть. А что, не вытримал натиску? Нет, просто он начал, его начало качать чуть-чуть. Как бы я больше такой, мне там надо работать, работать, где-то пробиваться, что-то искать. А он более такой приземленный, спокойный, он не любит такого. Ему надо, чтобы его звали. А я сам иду. А шоу-бізнес-це така справа, що... Тебе не позовуть, поки ти не покажеш, що ти цього хочеш сильно. Так. До речі, от як показати, що ти хочеш? Що зараз, як потрібно відрізнятися? Стучати в двері, вибивати ногами. От ти зараз це робиш, наскільки я розумію. Б'ю, стучу і питаюся. Що? Що? Ну, ти точно сідаєш і думаєш, чим я можу здивувати, так? Чи чим я можу бути краще? Взагалі, зараз це важко конкурувати у реп-культурі українській? В реп-культурі, так. Да. В Україні нету такого. У нас є на пальцях перечислити. У нас українські ребята, да, почали дуже круто робити. Я прям... Калуш, если правильно их, да? Так. Калуш. Эти ребята, я услышал с Аленой Аленой трек, и я понял, что это прям флоу у пацанов вообще лютый. Топчик. Ну да, у нас больше крутых саунд-продюсеров. Так. Таких как Ти-Джей, Шнайдер, там Миша Кургаев. Я вот с ним как раз делаю треки сейчас. Взял меня к себе, мы как совместный проект работаем. И в принципе практически все. Многие наши туда переехали. Как мы знаем, и Ти-Фест тоже наш, да, и Киев Стормер наш. Но это больше, ну, они же все на Газгольдере, это, типа, так. Да, это не только, это не прям, как сказать, я считаю, что хип-хоп у нас в Украине был до 2010 года. Потом все, попса? Потом уже весь хип-хоп вот такой начал, знаешь, уже плавать в разных жанрах, уже с напевами. Это неплохо, это наоборот круто, это развитие. Но в Украине у нас никого не осталось. Раньше с Украины все ездили в Россию выступать, давали концерты наши артисты. Ну, их тоже приезжали, но наших там вообще прямо всех тянули. А сейчас... Ну, на жаль. Даже нету такого артиста, которого бы теоретически можно было отправить в тур по СНГ. Есть там у нас Кайф, Трикиники, крутые ребята, да, они там и на английском, и все делают круто, но у нас индустрия мертвая. Ниша не занята, поэтому сейчас надо, пацаны, делайте, ниша не занята, у нас в Украине рэп нужно продвигать. И украинский, и какой нравится. Слушай, ну были у тебя думки до какого-то знаменитого лейблу прийти? Были. Ну, там, той же Газгольдер, можливо, Black Star. Были, ездил в 13-м году на Black Star, вот, на кастинг, наверное. Первый эфир, по-моему, я побыл, и сразу же после этого есть там музыкант, у них Crazy Raff, он сейчас, кстати, в Киеве, буду с ним работать. Вот, он сам с Харькова, он и в Газгольдере работал, и в Black Star. Вот, сейчас он работает в Украине уже будет. И он говорит, ну, контракты, говорит, ты же понимаешь, что там вообще просто, ну... Капец. Это капец. Там ты несколько лет вообще просто работаешь, как на обычной работе, ты записываешь песни, тебе платят там какую-то ставку, и с концертов ты зарабатываешь там копейки. Ну, до речи, я теж чув цю штуку, тому що Крістіна Сікули покидала Black Star, там взагалі Баста. Да. Вот у Басты на Газгольдере, да, круто. Но просто пришел период, когда я подумал, что... Ну, лейбл — это когда тебе как-то определенно диктуют, что делать. Если у тебя есть какой-то определенный продюсер, то
тебе. Ты уже в рамках, да. Да. А я уже как бы, ну, за столько времени, что я везде хоботился, что-то делал, угу. я уже сам знаю всю эту кухню. Угу. И мне уже легче себя продюсировать, но, к примеру, в это нужно вкладывать деньги. И я уже нашел спонсоров, как бы. О. Да, и сейчас мы работаем, это угу. строительная компания, классная, классные ребята. Поверили, послушали mm-hmm. треки, і ми вирішили працювати. Якраз вот на днях. Ну, ми хочемо теж повірити і хочемо, так, і хочемо послухати, щось нам заспівай зараз. Ми теж хочемо доєднати. Заспівай або зачитай. Бачиш, яка? Я або зачитай, я буду підспівувати, якщо мене вийде. Так. Да, є у мене така маленька строчка, вона є, буде в треках. Вот, буде в одному останньому треку. Трек називається «Ток». Мы ее сделали чуть-чуть в стиле грибов. Я сразу говорю, это не пародия, под клубную музыку я хотел читать всегда. Потому что mm-hmm. я работал MC очень долгий период времени. И всегда, когда играет клубная музыка, да, тебе хочется пофристайлить, mm-hmm. что-то сочинить. И родились такие строчки, я думаю, что они должны попасть. Манеры на минимум, стану невидимым. Видимо, вы меня не видели, но люди выделят. И потоками только по телу ваши ладони потеют. Я вырубаю ударами в теме. Кто же первый на неделе? Этот парень по-любому застелит. Дальше не буду читать, там маты. Клас. Так, я тільки ввійшла у смак, бачиш. Я трек скину, послухаєш, покачаєшся. Пошуршим. Зовсім не культурний, так? Хто? Трек. Зовсім слова такі, що дівчинці культурні не можна слухати. Я скажу чесно, у мене пісні, от ці от, є «Кошка», «П'яний бас», «Затопила города» і «Ток» виходять, вони такі клубні. И там чуть-чуть вульгарно. Mm-hmm. Да? Но я сам по себе эту тему не так сильно приветствую. Потому что я в клубах работал все время. Ты смотришь на все, что происходит внизу. Но там специфично да, публика и такая. Ты, так, ты так. выдаешь эти mm-hmm. треки, тебе там тусить не хочется. Типа тебе хочется уйти потом сразу. Mm-hmm. Потому что, ну, во-первых, ты как артист, но висеть в клубе после выступления, это тоже ну, как бы чуть-чуть не камильфо. Да. Раньше, когда MC работал, да, классно. Сейчас, когда выступаешь, хочется как-то уже отдохнуть. Угу. Потому что ты людям отдаешь энергию и устаешь. Потому что по-любому надо ее как да. бы сохранять. Это тоже, кстати, нужно всегда учитывать, потому что есть люди, которые работают на износ. Знаешь, ну, это неправильно. Выступают, выступают, угу. выступают, еще и висят дальше в клубе. И у тебя сил не остается делать новый материал. А если делаешь, то делаешь плохо. Это ну, я це, о знаете, себе говорю. В найкращому випадку, що немає сил на новий матеріал, то ж нервові зриви бувають, там, на лікарню приїхати. А в найгіршому це намагаються поповнити це з якимось з допомогою речовин якихось да. заборонених. Я і це знаю взагалі очень краще много відпочити. Артистів, которые, ну, ми всі прекрасно розуміємо, що є один наркотик, який люблять многие люди, да? Не о тяжелых говорим. Но все, кто говорят, что я вот больше не курю, угу. да, будем говорить прямо, то у всех начинается жизнь по-новому. Раньше было модно курить, угу. пить, так. быть вот таким, угу. то, что сейчас там эти русскоязычные рэперы наши продвигают, да, угу. наши, их... Сейчас это уже не... Ну, люди Мувитон. Взрослеют и понимают, так. что это как бы тормозит Модно наоборот. Модно быть здоровым, да. так и наоборот, так. ты когда... Это тормозит на самом деле. Действительно. И я с этим 100% согласен, потому что знаю, что это такое. Тобто ты зараз сказал це зі свого досвіду, я власно. Зі свого досвіду, але ще й знаю дуже багато mm-hmm. людей, які це мені порекомендували. І... еще один прекрасный, хороший человек, которому я передаю привет, она на работе. Вот. И кто это? Это на Сненнете. Да, я это уже в последнее время у меня появился человек в жизни, который очень многое изменил. Угу. Вот. До того, как она появилась, я как бы и делал что-то, но не было такого вдохновения, да. знаешь, неокрыленный еще. Так. Ты делаешь, и как будто вот надо это сделать, потому угу. что надо что-то делать. А тут ты делаешь с радостью. Вот. Есть, конечно, там сложности. Ну, вот. Но, куда без этого? Ну, да, куда без этого. Так. Но я очень благодарен, mm-hmm. потому что человек появился и показал, что нужно делать больше. И вот именно с того периода я пошел к ребятам, встретился с ними и говорю, ребята, надо что-то делать. Есть материал, угу. есть куда двигаться, нужны бабки. Ты нашел свою людину. Да. Да. Слушай, это так круто, когда люди находят самых своих людей. Знаешь, это может быть такое, что... Ну, это может тебе встретиться не любовь всей твоей угу. жизни, а просто, я говорю, человек, да? Твоя людина, да. Так. Твой человек, угу. который просто тебе дает вот именно понять, что надо делать чуть-чуть больше.
А жінки вміють це давати? Ох, так. Да. Главное, щоб не забирали потім емоціонально обратно. О, не повертали те, що дали ще з відсотками, так? Да, потому что если ты человеку даешь воздух дышать, а потом перекрываешь воздух, он задыхается. Так. Але ж нам треба не зовсім з ними дихати одним повітрям. Треба трішки іноді межу встановлювати. Да. Это тоже, кстати, я так не могу. Я если... В омут с головой. Да, я в омут сразу, у меня уже... Ну, а зачем тогда, если ты ну, уже понимаешь, что человек тебе нравится, вы подходите и как-то хотите строить отношения, то ну, надо как бы двигаться. Потому что это как и в музыке. Если ты почувствовал, что ты можешь что-то делать, то надо двигаться. Это не бы то, о, у меня есть хит, так, у меня есть песня, але я полностью сейчас не буду полностью и записывать, и все работать, да, так, как я бачу. Запишу по чуть-чуть. Я потрошку, так, чтобы так. Потом а потом мене... забрасываешь, и уже ты теряешь, возможно, шанс. Так. И на успех, и на счастье. Потом, поэтому и говорю, что если что-то начинают, надо начинать хорошо и идти до конца. И идти до конца – это найголовніше, ты знаешь? От да. Багато людей успішних кажуть про те, що треба саме йти до кінця і ловити свій шанс. Ти теж про це сказав, і це, ну, реально. Да, работать, работать. Так, в отношениях ну... везде надо работать, над всем надо работать. Так. Тож, що ми зрозуміли з цього всього? Що потрібно шукати натхнення, потрібно працювати. Про це нам сьогодні говорив Разо, хіп-хопер, реп. Все на світі. Сам собі продюсер. Художник. Шукач натхнення. Где-то рисував графіки на стінах, по-моєму. Шукач натхнення у жіночих серцях, до речі, да, на секундочку. Это есть. Ми тобі дуже дякуємо, що ти вам сьогодні був з нами. Спасибо. Так, допоміг нам ось так розпочати цей ранок. Так, ну, треба попрощати по-реперськи. Ну що, друзі, саме зараз час в інтернеті знайти наш YouTube-канал «Правда тут», підписатися. Дзвіночки, дзвіночки, ви усе вже про них знаєте, ви вже, мабуть, магістр дзвіночків, але все одно натискайте, аби бачити нас кожного дня. We'll be right back.